Приветствую всех из Одессы. Сегодня 17 апреля 2023 года. По состоянию на 11:00 в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет «Калибр». Общий залп составляет до 16 ракет. Напомню, по вчерашним данным, на боевом дежурстве находилось 2 ракетоносителя, это 2 подводные лодки, и суммарный залп составлял 8 калибров. Сегодня к подводным лодкам добавился ракетный корабль, и количество ракет увеличилось еще на 8, итого их 16. Угроза нанесения ракетного удара ракетами морского базирования типа «Калибр» на очень высоком уровне, поэтому огромная просьба не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В Одессе обстановка спокойная, я на связи, как информация будет обновляться, сразу же буду сообщать. Берегите себя, берегите своих близких. Подпишитесь обязательно на телеграм-канал, потому что туда я стараюсь публиковать новости в режиме реального времени. И плюс там есть фотографии, видео с места событий. Ссылочка на телеграм в описании и в закрепленном комментарии под видео. До встречи, друзья. Всем пока.